19 октября в здании районной администрации прошла 42-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». В ней приняли участие заместитель главы района Дмитрий Малов и исполняющий обязанности районного прокурора Андрей Кукин. Первым обсудили изменения в решении Совета о местном бюджете на 2023 год. Заместитель главы района Ксения Лиуцкая озвучила новые данные. План доходной части местного бюджета на 2023 год с изменениями составит 3 миллиарда 239 миллионов 952 тысячи рублей. Расходная часть местного бюджета с учетом предполагаемых изменений составит 3 миллиарда 406 миллионов 574 тысячи 100 рублей. С дефицитом местного бюджета 166 миллионов 622 тысячи 100 рублей. Обсудили оплату труда работников муниципальных учреждений, штатное расписание совета, структуру районной администрации и другие вопросы. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, депутаты поддержали единогласно.